на часах сезон. Ребят, всем привет. Здорово. Очередная тренировка. Будем тренить. Что скажет тренер, то и будем тренить. Пропустили 2 недели, но все наверстаем. У вас, говорят, лед уже на часах? Лед уже тоже на часах. Как? Вчера 1,5 часа тренили. Отлично. Со мной все окей. Тогда сегодня поработаем. Тренер говорит, будут ноги и плечи. Ну, все как обычно. А завтра у нас... Завтра уже у нас очередной лед. Мы снова в зале на Юности 8. Поэтому будем тренить. Вот, решили плечи немножко сегодня размять. И получается, как обычно, 4 подхода по 20, по 10 на каждую сторону. Володя что-то там плечо повредил где-то, поэтому вот подключаем такие упражнения. Вот, немножко работаем на плечи. Работа со жгутом. Назад сопротивляемся. Вверх взрываемся, вверху пауза и сопротивление. Нормально такое, да? Ну что, очередное упражнение. Готовим плечи. На улице плюс 32. Мы в зале. Весь авангард на шашлыках, на пляже, короче. Завидуйте молча. Третьего еще видели. Товарищ тренер. Третьего только что видели, вышел отсюда господин Тарапухин. И, кстати, вот, да, нас уже трое. Был замечен, да. В этом же зале. Красавчик. Все. Все. Ты не красавчик. Вообще. Топим за хоккей. Упражнение, как бы на любителей, короче. Очередное упражнение. Постарайся без паузы, мягко в одно движение это постарайся превратить. Вот так вот тоже 4 подхода. Классическое упражнение. Жим штанги лежа под груди. Все по классике. 10 по 10. Так что приходите в зал, в любой зал. В любой тренажерный зал вы можете прийти. Неважно, где вы живете, приглашайте, подготовим для вас программу индивидуальную, будете работать как Володя. Упражнение на ноги, обычное наше. Ну, это такое больше. У нас для хоккея обычно такое упражнение не делают, но мы делаем, чтобы проработать все мышцы, чтобы все было равномерно. Поэтому и даже по программе по нашей мы работаем, пробиваем все пучки. Классика. Сведение. Также по обычной работе. Ну тут где-то 4 по 20. Вес небольшой. Так, ну, повесили рабочие 260, плюс каретка 40. Подожди немножко, вот. В прошлый раз.
нормально? В прошлый раз было, ну, на 5 килограмм больше было. Сейчас. Как, Володь? Супер. Пойдет? Сейчас начинают мышцы работать. Вот как нагрузишь, так работает. Ну, в общем, блинчиков нагрузили красными 200 и 4 по 20 килограмм. 4 по 20, 80. 280 плюс машина 45. Получается... Уже сколько там? 325 сегодня у нас килограмм. Попробуем 325-ку сегодня. Ну все, сейчас разберем 325 еще раз. Это на самом деле вес студенческий, да, для юниорский. Всех ждем, пацаны, в зале, приходите. Скоро сезон начинается, надо готовиться.